Здравствуйте, уважаемые зрители и уважаемые телезрители. Все, кто сегодня вместе с нами выходит в эфир передачи «Играй, гармошечка, всегда». В отличие от других передач, связанных с детским творчеством, у нас будут сарафаны, рубашки, гармошки. То есть этот праздник юных будет связан с традициями нашей России. Мы в рамках своей передачи будем стараться возвращать культуру вот посредством народных коллективов, победителей всевозможных фестивалей. Вот в рамках этой передачи покажем нашим телезрителям, что же умеют наши юные. И я сюда хочу пригласить ансамбль с исконно русским названием «Лопатушки». «Батюшка» и «Земляничка-ягодка» — серьезные произведения. Батюшка дорогой, приди мне подарочек. Цветочек аленький. Колечко себе. Бусинка. Серьги золотые. И про меня не забудь. Уж больно мне ожерелье хочется. Да, серьги золотые. Колечко серебряное, колечко серебряное. Поехал наш батюшка на базар, хотел на базаре купить самовар. Самовару чайничек, чайничку чайку и кусочек сахарку. Поехал наш батюшка на базар, выбрал там огромный самовар. Самовару чайничек, чайничку чайку. Кусочек сахарку. Поехал наш батюшка с базара домой, выехал наш батюшка на берег крутой. Самоваром, чайничком, чайничком, чайком и кусочком сахарку. Время вручить сладкие подарки наиболее отличившимся участникам. Самая юная наша участница Ая Савина. Вот она умница. Развернись к зрителям и эту птичку с мамочкой дома под чаек. Женя Павлов. Аплодисменты. Женя. Ну, покажись еще так, помаши всем, кто тебя смотрит, друзьям, одноклассникам, чтобы принимали участие всегда в ансамблях и в наших передачах. Держи птичье молоко. Алеша, где там внук Петра Анисимовича Рузина с фамилией Гагарин? Развернись, друг мой. Своей помощницы, которая мне ассистировала все время здесь, Жень Светлова. Жень, получай. В следующий раз будешь вести более активно, улыбаться еще сильней. А сейчас принеси мне еще подарков. Ансамбль танцурята. Две коробки.